эмоции только положительные. То, что мы смогли додавить соперника сегодня и выполнить, в принципе, план на игру. Мы не должны были допускать овертайма, и усилиями всей команды все-таки добились своего. Наверняка на последней минуте уже все-таки готовились к дополнительному времени. Мысли, может, были, но хотели все равно выполнить свою задачу, да, поймать свои шансы, и в конце мы контратаку провели хорошую и забили. Ощущение, что, может, в первом тайме могли достаточно, не сказать, что решить сегодня вопросы, но явно обеспечить кандидат, чтобы поспокойнее играть. С реализацией сегодня было не очень хорошо у нас. Поэтому надо работать, надо делать выводы, потому что тяжело, когда ты ведешь в счете в один мяч, концовка нервная, что-то где-то залетает, 5-4, соперник много времени играл, да тоже тяжело обороняться, постоянно в напряжении и много сил тратим. Поэтому, чтобы такого не было, напряга, надо использовать свои моменты, которые мы создаем в игре.